взял экскурсионную программу от компании Тестур в Луксор, стоимость $95. Отправление в 4 часа, назад в 9. У них есть еще Супер Луксор, он стоит $115. Там программа без магазинов, но там меньше осмотра будет достопримечательностей. Поэтому сами решайте, какая вам более подходит. У нас первая остановка. Она в 7 часов утра приблизительно. Вот такой паркинг. Здесь можно покушать. Не поленитесь взять сами из ресторана еды, потому что здесь все это стоит денег. А вы можете взять с собой там булочки, йогурт, пакетики и здесь спокойно сесть, покушать. Термокружка, если есть, взять с собой чай, кофе. Друзья, добрый день! Сегодня мы рассмотрим с вами экскурсионную программу «Луксор» с выездом из Хургады. Расстояние от Хургады до Луксора 300 километров. В дороге 5 часов 40 минут приблизительно. Вот мы видим Луксор. Сюда мы едем. Он находится в русле Нила. Первым делом везут в Карнак, в Карнакский храм. Вот он. Вас привозят вот сюда на автобусе и пешком вы идете в храм. Храм большой, там есть что посмотреть. Красивые развалины, красивые колонны, памятники. Потом посещение Нила и обед в ресторане. Далее мы едем в Долину Мертвых, Долина Царей. Здесь находятся гробницы. Их здесь несколько, их можно посетить, посмотреть. Следующее это храм Хатшепсут. Вот он. После храма Хатшепсут мы едем осматривать колоссы Мемнона. Они находятся недалеко. Они разрушены частично, но в принципе есть что посмотреть. Вот они. Также здесь рядом находится поминальный храм Аменхотепа III. В самом Луксоре еще много достопримечательностей. Есть Луксорский храм, он прямо находится в центре Луксора. Его можно посмотреть. Вот он. Везде, на каждом шагу в этом городе. Аллея сфинксов. Карнакский храм. Макет Карнакского храма. Аллея Бадранов, бога Амон-Ра. В открытом виде всегда было так. Басхим храм это первое, а на самом деле он был построен последний. А почему? Потому что древние египтяне начали строить золотая, 3 килограмма чистого золота, 60 сантиметров, в виде бога с бородой, берия на голове и храмили. Вытаскивали только на Новый год.
По левой стороне каплица, то каплица его жена, на свободу. Фараон такой там впадает, сказали, много обилит. Один стоит только что. Злот или с левой стороны? Взяли имя Сара, но и на самом деле это исламское имя тоже Сара. Сара фаргона имя бусхатаранация. Язык какой дам господа? Это который смотрит, это арабский это есть, нет, арабский это другой. Справа налево потом напишу вам. А это иероглифы. Написали или рисовали в основном сверху вниз. Хорошо? Сверху вниз. Как и читали, с какой стороны? Справа или слева? Это позволение ему остаться в городе. Без слова. Он должен помогать жрецам и хранить женщин в городе. Война предлагает 6 месяцев. Фонда. Проблема большая. Большинство мужчин умерло на войне. Возвращаться в город только 40%. А с другой стороны обнаружили, почти все женщины, которые оставили в город, они берегут. Откуда? Фараона после смерти оказался 2 ребенка. Мальчик, 52-й. Решили, как решили такую проблему. Женился тот на второй на Хишипсу. Это 29 метров, 320 тонн. А сад на второй объявился не там, там колбан, прямо здесь. И вам покажу, пожалуйста, там вот. Что замечено здесь? Здесь можно Скоробей исполняет желание, если пройти 3 раза вокруг него, то желание, которое вы загадаете, исполнится. Для вас мы это сделаем, мы пройдем 3 раза. Если вы это видео просмотрите, загадывайте желание, и ваше желание исполнится. Это ворота в храмовый комплекс. Здесь была стена. Храм был полностью разрушен. Его восстановили, собрали по частям. Было землетрясение, и все колонны, и все полностью было уничтожено. Рамзесу статуя. Местное кафе.
Почем сок? Сок бесплатно. Посещение 10 евро. Весь храм был разукрашен цветными красками, и он был цветной. То, что сейчас мы видим, это не есть на самом деле. Не так было. Было вот именно вот так, вот как здесь разукрашено. Этот обелиск строила Хатшепсут, богу Амон-Ра. Так как она была незаконным правителем Египта, следующий фараон построил стену и закрыл ее имя. Стена была выше, почти вот до самого верха, и закрывала имя ее, где написано возле верхнего обелиска. Вот так немножко выглядит, как типа храм Майя. Угу, как мавзолей. Вот эта стена, которая ограждала обелиск Хатшепсут, чтобы не было видно ее имя. Получается, иди через них, петляй, должны строили эти колонны, они положили первую колонну на землю, первую часть, потом засыпали песком, ставили наверх следующую, опять засыпали песком, следующую и так до самого верха. После того, как колонна была построена, они открывали песок, и он высыпался сам, и они тогда могли работать сверху, рисовать, разукрашивать колонны, делать резьбу. Чтобы узнать, бог или фараон, необходимо посмотреть на статую. Если у бога борода загнута, то у фараона она прямая. И у бога, как правило, на голове находится еще убор головной. Вот это Амон-Ра, у него два пера на голове. А у фараона ничего бы не было. Видите, это колонна в виде лотоса. Она для подношения богу. На самом верху ее находились подношения для бога. Это сделал фараон для того, чтобы поднести свой дар Богу. А люди смертные, они подносили свои подношения снизу колонны. И мы видим, здесь есть колонны в виде лотоса, а есть в виде блока. Эти колонны были открытыми, не было потолка сверху, а вот сбоку там уже был потолок. Это статуя Рамзеса II. Баран – это символ бога Амон-Ра, одна из его ипостасей. У него есть это баран, это скарабей, солнце. Так переносят на пластик символы, которые находятся на баранах. Потом вы их увидите мусульманам этого. Было понятно, откуда и как далеко это находится. Недалеко от храмового комплекса находится элитное жилье со спутниковыми тарелками. К храму подводят канализацию, водопровод. До сих пор не закончен проект. Это же. Это фабрика папирусов. Здесь рисуют на папирусе, дают сертификат на краски, все документы. Здесь большой. Здесь алфавит. Здесь алфавит. Нет. Алфавит нет. А вот он. Скалка. Мне? Да. Давайте.
Сейчас скалочка как дома. А картина получится. Это недолго. 40 минут. Не, подождите, 40 минут. Так надо же быстрее как-то. Долго? 40 минут. Не, 40 минут на 115. Как мы видим, без бойца в воде. Она сейчас готова. Она не быстро сломается. А тебе нам надо в режиме от воды и осталось в воде 6 дней, если мы хотим, впрочем, белые бумаги. И осталось 10 дней, если мы хотим, впрочем, коричневые темные бумаги. Вот 6 дней берем такой современный материал и пластики делаем их горизонтальным и вертикальным. А раньше такой материал не били, а использовать шкуру животных. А если 6 дней в воде, какую бумагу получила? Белую. Если 10 дней? Коричневую. Если 20? Черную. Туалетную бумагу. 6 дней в воде, ушел 6 дней под прессом. А раньше такая прессом не бил, а какой материал использовал? Раньше прессом не бил такая. Туалетную бумагу, макулатуру. Они бумагу, мы предлагаем красивую яйцу. А яйца я так стою. Я шучу, они говорят, камни бумаги. Сейчас у нас 6 дней воды, 6 дней под брюсом, 2 пососа, 13 дней для белья бумагу. 10 дней воды, 6 дней под брюсом, 2 пососа, 17 дней для темной бумаги. Вот это больше наша бумага. Но у нас вопрос, когда ты читаешь настоящую бумагу, а бодельно? Бодель, как мы видим в отеле, на улице, они стоят 1-2 доллара. Сначала, если мы видим бутылку, мы видим горизонтально и вертикально. А боделька так или так. Если покрутим, она не сломается, а боделька сразу сломается. Потому что боделька сделана с химикой. Да, ебру ими от воды, она не разлагается, а боделька сразу разлагается. Вау! Потрогай. Сахар я помогу чувствовать. Это река Нил. Самая протяженная река в мире. 6000 с хвостиком километров. Глубина ее в среднем около 14 метров. Поэтому до господа фараоны нового царства ковали гробницы в одном месте и строили за упокойный храм в другом месте вообще. А в Каире там пирамида Сфинкс, это жилась и гробница, и храм. А здесь храм в одном месте и гробница в другом вообще далеко, чтобы никто не узнал, где гробница находится. Ну, покрасивее немножко. А это у каждого имеет 6 или 8 кладбищ. Половина там мужские, это остальные для женщин в городе. Дом сюда вообще камень, когда потрогать, сразу узнавать. Такой, это окончательная работа, это который вручную, и видно сразу. А это есть тоже алебастер, но это фабричная работа. Машинки, которые делают такие, хорошо. Это тоже, это не оникс, это тоже алебастер. Оникс, как это, ярче, и еще разноцветнее. А бежевый такой именно алебастер. Это тяжелее и дешевле оникса. Сюда, пожалуйста, смотрим, заходим. Или мрамор, называется по-другому, вот это, который причиной
который есть, а там, который выжат, такой украинский, который обычно работает. Камень серый такой, это есть базаль, который заразили на кошке. Кошка опасна, богиня в древнем Египте. Итак, в нем не идут, да? Маска фараона из Барселя, кобра, когда на голову фараона, это обязательно защитные семьи. Это защищало фараона, это знак, две кобра, там большая, там маленькая. И если это не пертиты, которые самые красивые, Анубис, Боботы, которые там вырос, я говорю, что из этого материала они сегодня вышли всех бойцов фараона, либо после фараона, да, здесь хранили жрецов и знать. Это рядом с городом мертвых находится. Гробницы. Старший еще на 500 лет. Пожалуйста, мы туда едем. Объед пешком до паровозика. Тянется не надо, пожалуйста, как в долине цари молодцы. А на левой стороне прямо здесь видно. Это остатки храма Рамзиса II, Рамзиума. Рамзис, который правил 67, правил 94, 49 жены, 109 детей. Прямо тоже строили в этом месте. И видно хранилище храма возле храма Знилинского ела. В римском городе было построено, но старший храм на 1200 лет. В этом месте очень много храмов. И даже скоро будет видно сдалека храм, берет там смотреть, храм А. Потому что он Божий был построен. А на левой стороне фараон в каком виде? С бородой. Это один из них, это женщина. На этой стороне это женщина. Это Таусер. Я не знаю, колоссы, мемносские колоссы, да, он был? Это храм Хатшепсут. Хатшепсут. Комплекс состоит из трех этажей. Он был полностью разрушен, его восстановили. Третий этаж использовался как церковь, поэтому там все фрески и все, что всем были, все уничтожено, и там ничего нет практически. Архитектор, который строил эту гробницу, хотел соединить ее с долиной мертвых. И там есть туннель 210 метров, но до конца они не пробили его, то есть не доделали. Сейчас он закрыт для просмотра. Хатшепсут – это единственная женщина-фараон, которая правила 20 лет. 2 года регентом и 20 лет как фараон. Потом она умерла от сахарного диабета, и к власти пришел законный фараон, который уничтожил все упоминания о ней, храмы разрушил, разрушил стеллу, закрыл. Данные экскурсии лучше посещать зимой, потому что не так жарко. Летом здесь стоит жара 50-70 градусов, и, конечно же, это невыносимо, очень, очень жарко. Поэтому рекомендую вам посещать экскурсии Луксор или Каир, где-то начиная с ноября месяца, тогда вам будет более-менее комфортно. Это Анубис, бог мертвых,
это Бог всех живых. Тут мы видим, плохо сохранились, стерлись, красок не видно, узоры выцвели. Это третий этаж. Вот этот туннель 210 метров, который архитектор хотел пробить в долину мертвых. А то третий этаж. Это третий этаж. Это левая часть храма, второй этаж. Корову, это одна из богинь, и ее Хатшепсут кормит с руки. Вот опять корова. Ну и судя по всему, это вот есть сама Хатшепсут. Рядом находится еще один храм, он разрушен. Это другому фараону. Здесь сразу же была его гробница, но это его не спасло и все равно было разграблено. И вот там мы видим еще один, третий храм. Он на 500 лет старше этого. Красивое место, красивый храм. Друзья, спасибо.
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.